хочу вас кое с кем познакомить. Он прибыл к нам из Ангулема. Люсьен де Рубенпре. Очень приятно. Для него поэзия что-то вроде исповеди. Он словно дышит ею. Безумие, что мы здесь оказались. Париж. Я хочу быть журналистом, который путешествует по миру. А кто, по-твоему, журналист? Тот, кто рассказывает читателям об искусстве. О мире. А главное, мы не должны забывать о прибыли. Политика редакции проста. Выдавать за правду то, что маловероятно. Он на такое не способен. Вы так считаете? Вся эта возня, пустой звук, ничто. Вам стоит научиться пользоваться этим. Кругом одно гнилье, тебе не кажется? Забери меня отсюда, Люсьен. Во имя вероломства, живых слухов и рекламных объявлений нарекаю тебя журналистом. Этот ублюдок предал нас. Мы должны уничтожить его. Нужно бить по больному. Слишком поздно бояться.